Добрый день, дорогие цветоводы. Сейчас мы будем любоваться желтым лилейником. Желтый с контрастным вишневым глазом треугольным. Вот этот вот глаз треугольный бывает. Сейчас вот гибридизаторы взяли как бы направление увеличивать и продлять вот этот глаз. И на многих современных сортах вот это, как они называются, призматические, с призматической формой, вот этот глаз уже увеличен намного больше. Ну вот это вот лилейник, который стоит как бы родоначальник всех этих лилейников с призматическим глазом. У него ярко-желтый цвет и пурпурно-вишневый глаз. Вот. Новые современные сорта, которые сделали, они все в таком розово-бордовых оттенках, тонах. А вот желтого с таким призматическим глазом, желтого в большом размере нет. Вот этот цветочек небольшого размера, ну у него все как бы соответствует. Небольшой размер и небольшой цветонос, яркость такая. И он как бы соответствует, не выбивается с параметров. Если бы у него вот такой был небольшой цветочек и высокий цветонос, он бы казался маленьким. А за счет того, что он сам небольшой цветонос, низкий, он кажется, ну как бы, все в норме. Как это называется, забыла слово. Короче, все соответствует. Так что любуемся вот таким вот ярким, красивым, чистым лилейником. Сколько я его помню, он всегда вот так надежно цветет. Чистый, яркий, беспроблемный. Не требует больших затрат большого ухода. Поливай.